Друзья, Я не знаю, как начать и что сказать. Сейчас уже поздно. Я нахожусь еще в приюте, потому что на капельнице 8 малышей. Простите, 7. Один малыш сегодня умер, потому что они очень тяжелые. И все силы сейчас уходят на то, чтобы их спасти. Я сейчас их капаю, они передо мной. Сейчас я прокапала почти всех, осталось последних трое, самых маленьких. У них очень сильная глистная инвазия. Просто чудовищная. Глисты такие страшные. И, ребята, это страшно. Плюс их специально истощили. В усыпалке, откуда я их забрала. Их держали там специально, без воды, 4 дня. Малыши там теряют силы, высыхают. Если бы нам отдали этих малышей сразу, у нас был бы шанс спасти их. Нам их не отдают. Над нами издеваются и не отдают нам малышей. Я обязательно буду писать об этом, буду обращаться прямо к приемному президента. Я хочу создать сейчас петицию по этому поводу. Указ президента гласит, чтобы животных зоозащите отдавали. Но это не касается Липецкой области, это не касается живодерни в Тюрбунах. Я прошу вашей поддержки, люди. Я прошу вашей помощи. Я прошу вас помочь спасти мой приют. Мою лохматую душу. Мою лохматую душу, потому что это мое детище. И хотя я спасаю их с вашей помощью, с вашей поддержкой, ребят, все равно это мои дети. Я прошу вас, ребята, помогите нам, пожалуйста. Ну, пожалуйста, потому что очень трудно и очень тяжело. Пожалуйста, ребят, ну вспомните себя маленькими. Помогите нам. Я прошу вас, помогите нам. Понимаете, ребят, ну никаких сил не хватает. Спасать малышей, пристраивать их, строить приют, выкармливать. Ребят, у нас... Господи, я уже не знаю, какими словами сказать. Корма нет. Денег на стройку нет. Живодерня вовсю крематориями дымит. Ребята, да что ж творится-то, а? Ну что ж творится-то? Ну почему же вы молчите? Люди, ну почему же вы молчите? Ну как к вам достучаться? Ну как заставить вас услышать? Я не знаю, что происходит и почему на самых маленьких, самых беззащитных, почему-то на них люди не отзываются. Это показывает мой опыт все эти 17 лет. Многие приюты не хотят брать малышей, потому что на них нельзя собрать денег, а проблем с ними очень много. Малыши часто болеют, они нуждаются в прививках, они нуждаются в отдельном дополнительном корме. В общем, дети есть дети. Но почему? Я не могу понять, почему на наших малышей, которых мы с вами спасаем, почему на них вообще не откликаются наши сердца? Откликаются, когда увидят окровавленную собаку. Ой, надо срочно помочь. И на окровавленные собак идет помощь. Понимаете, вот такая несправедливость. А малыши, умирающие у нас на руках, истощенные, изможденные, смотрящие такими глазами, что просто душа переворачивается, они почему-то вообще не котируются у людей для помощи. Я не могу понять, почему, друзья. И я обращаюсь к вам. Вот это видео – это наши дети, наши маленькие дети, многих, которых мы достали из усыпалок, многих нашли на старых стройках заброшенных, у многих живодеры убили матерей. И малыши нашли последнее пристанище у нас в приюте. Друзья, малышам нужна помощь, как всем детям. Им нужны прививки, им нужна глистогонка, им нужна обработка, им нужно дополнительное какое-нибудь питание – более детская. Им нужны игрушки. Друзья, я хочу попросить вас. У каждого из вас есть свой ребенок. А у меня в лохматой душе дети ушастые.
Но они дети. И я прошу вас, мои хорошие, помогите нам их поднять, и чтобы из них выросли красивые, верные друзья. Потом обязательно мы с вами найдем им дом. И будем радоваться тому, как они растут. И весело, счастливо становятся взрослыми. Понимаете, в наших силах, наших с вами, подарить им не только детство, но и дать путевку в жизнь. Друзья, я обращаюсь к вам от имени самых маленьких, лохматых душ. Я прошу у вас для них помощи. И благослови Бог вашей семьи, ваших родных, близких, ваших детей. И пусть ваша доброта вернется к вам лавиной того, чего вы сами себе пожелаете.